Принятие поправок в Конституцию Российской Федерации поддержали 78% россиян. Остальные высказались против. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия. Итоги голосования по поправкам значительно превзошли все ожидания властей. Так сообщают близкие к Кремлю информационные источники. Власти не предполагали, что результаты голосования окажутся настолько высокими, особенно с учетом пандемии и сложной экономической ситуации. В целом и явка, и процент граждан, поддержавших изменения в основной закон, сопоставимы с показателями президентских выборов в 2018 году и существенно превзошли результаты голосования по Конституции в 93-м.